Здорово, народ! Какие дела? Меня зовут Виталкер, и это полное прохождение модификации Last Fallout Overhaul, вторая серия. Мод на чистое небо, обзор и гайд уже есть на канале, ссылки на них вы найдете в описании. Обязательно посмотрите, потому что это самый топовый мод. Между первой и второй серией был небольшой разбег, мод успел обновиться, поэтому болото пришлось перепройти. Есть некоторые отличия в инвентаре. Я вам сейчас бегло покажу, что у меня имеется после болот. Редкой медузы на этот раз не было. Был артефакт старая золотая рыбка. Не такой имбовый, как редкая медуза. Та давала аж минус 15 ради. А это дает всего лишь минус 5, но плюс 10 к переносимому весу. Серия получилась красивая, насыщенная, интересная. И давайте не будем делать, как сталкер в анекдоте, тянуть контролера за какие-то интересные места. Поехали! Давно никого не видел со стороны болот. Я вышел прямо под блокпост военных. Одних сталкеров только пули светят. Так что осторожней там. Здорово, рад тебя видеть. Ну чё, давай о деле поговорим? Привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло? Да у меня за день столько сталкеров бывает, всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать? О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные. Слову моему верят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьезный, а хабар и того серьезней. До времени все шло путем. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проход через кордон обеспечить. Только вышла у них размолвка. Да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар, тайна, покрытая мраком? Меня это никак не устраивает. Заказ выполнять нужно. Давай так. Ты мне помогаешь кейс с хабаром вернуть. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Дуй к сталкерам. Эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали. И держит под замком Халецкого. Это так зовут командира местных вояк. Разбирайся со сталкерами, как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы кейс хабаров был у меня. Попробуй для начала пообщаться с Валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Наемник, не забывай.
Я все еще жду кейс. Ну чего стоишь? Наемник, не забывай. Наемник, не... Ты говори давай, чем пришел? Слушаю тебя! Судьбами ты тут. Подходи, пообщаемся. Слушаю тебя. Мужики, отбой! Ну, привет! Thank you.
адрес не забудь. Ты кейс принес? На базе тебя уже ждут. Thank you.
Привет, брат! Да уж заждались тебя. Дуй к главному, быстро. Ну, привет. Здорово, наемник. Нечасто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал? От Сидоровича, говоришь? Значит, ты про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир, скотина, работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство на свалку. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Да, ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Только, получается, убить не можем. Ну и отпустить тоже никак. Да и этот, он хитрая сволочь, чувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Все-таки накоплю я на хабар. Че вылупился, как в зоопарке? Чего уставился, козел? Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных
себе дороже. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынести этих снайперов на насыпь. Вали-вали до первой аномалии. Чего еще тебе надо? Издеваешься? Да встретя тебя при других обстоятельствах, я бы... А сейчас устало что-то. Вон, сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать. Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы, сталкер, и Сидорович, урод, и твари эти. Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Защитим цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут в наглую, или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства в рейд сходить пробовал? Так, чтобы на пузе да между аномалиями. Или, скажем, сектор зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Козлы. Вечно нами дыры затыкают. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон. И что? Сам живу и другим жить даю. Понял? Слышишь, умник? А ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официально? Вот и попробуй на нее прожить, ага? Так вот, за эти слезки мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один с зоны прибыли имеют. Так почему мне, Халецкому, нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. Я выживаю, как умею. Ебары, сука, какой звездец кругом, одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Обман? Да вы все мне до одного места, шваль неуставная. Нарушители хрена. Только за то, что вы периметр зоны переступили, вас расстреливать полагается. И чтоб ты знал, приказы соответствующие у меня имеются. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. Работа ведь нервная. Вот я ее себе и организую, как могу. Компенсацию. А ваши между собойчики мне глубоко пофиг. Хоть глотки друг другу перегрызите. Иди, иди, наемник. Чего еще тебе надо? Вали, вали до первой аномалии. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Приятно иметь дело с честным сталкером. Ну, рассказывай давай. Ну как, узнал что-нибудь интересное?
Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайне их прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. И тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него координаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим, кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Ну, видно, планируют как бы половчей на нас напасть. Небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить их. Есть что-то? Если не нашел, чего искал, извиняй. Thank you.
Thank you.
есть новости, наемник? Не забывай, я все... Ты что, уснул, что ли? Слушаю тебя. Но ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, Крис, я скажу. На старой мельнице кейс. Под крышей. Смотри-ка, раскололся. С гнильцой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. Надо же, как отлично все разрешилось. Теперь военная дальше блокпоста до... Решил улучшить что? Или поломку исправить? Извини, если не сильно помог. Что могу предложить? Приятно иметь дело с честным сталкером. Чё? Знаешь, хабар-то накрылся. И друзей положу. Только иди, иди, наемник. Знаешь, хабар-то накрылся. И друзей положу. Только я и не из таких передряг выбирался. Есть у меня верный якорь. Тайничок один. Хочешь узнать, где? Помоги, сталкер. Передай мне незаметно пистолет. А уж с ним я отсюда выберусь. Скажу как на духу. Тайник в трубе возле аномальной зоны. Ладно. Земляк, баба с возу. Хей, ребзи, соскучились. С Халецким хочу пояснить момент. Я его спас не потому, что там одобряю его действия, а потому, что у меня есть подозрение, что с ним может быть в дальнейшем что-то связано. Возможно, ему добавили какие-то задания, его второе появление или типа того. Поживем, увидим. Но я с вами не прощаюсь. Скоро услышимся. Thank you.
мне стволами обещал помочь. Валерьян, так я же не против. Ты одно учти. Меня потом военные спросят, дескать, зачем оружие сталкерам продавал? Вася, ну ты сам подумай, если мы вояк сейчас не прижмем, они же из нас последнюю кровь выпьют. Добро, Валерьян. Жди завтра человека, он тебе доставит все, что у меня сейчас есть. Слушаю тебя. Что, добыл кейс? Наемник, не забывай. Так, объясни. Ну чего стоишь? Ты что, уснул, что ли? Про кейс не забудь. Привет, брат. Не люблю, я говорю. Вот у нас и новинка. Движемся в темную лощину за кейсом для Сидоровича. Спасибо за просмотр. Рекомендую заценить другие ролики на канале. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напишите в комментарии, что вы думаете по поводу этого мода. Я думаю, вы могли заметить. Я прям любуюсь многими моментами. Это как будто прям аномалия вообще со всеми там графическими паками, моделями. Красиво, сказка. Но это, ребзи, чистое небо. Удачной охоты, сталкеры.